Всем привет, друзья! С вами Светлана Азаровская. У меня для вас есть небольшие новости. Пока у нас непонятная ситуация у людей, они думают, как будет сезон, не будет, у нас обратная ситуация в гостевом доме Мур-ля-Мур. Находится он в Витязево, в Горького 2Б. И дело в том, что мы сегодня останавливаем бронирование. Сейчас объясню, по какой причине. Ну, во-первых, нам стали часто звонить туристические агентства перекупы. Мы, честно, не хотим работать через посредников. Мы бы хотели напрямую людей заселять без всяких посредников в виде турагентств. А звонков очень много поступает, потому что на самом деле большая вероятность того, что в этом году мы справляться с потоком туристов не будем в той готовности, в которой были в прошлых годах, потому что сейчас будет закрыта вся граница. За границей Италия, Испания, Турция, Египет, все будет закрыто. И, конечно, куда людям приезжать отдыхать? Конечно, на курорты Краснодарского края или на Крым. И так как Анапа лакомый кусочек для именно семейных людей, которые приезжают с детьми, лучшие пляжи для детей, песчаные пляжи, мелководные, потому что там именно у нас здесь в Анапе детки учатся, собственно говоря, плавать. Самый детский курорт Анапа, чувствую, в этом году будет очень-очень большой наплыв туристов, поэтому мы заранее себя подстраховываем. Сейчас мы, так как вышло постановление, мы не берем бронирование. Мы понимаем, что нужно карантин переждать стойко, с поднятой головой. Но у нас действительно такое ощущение, что не чувствуется, что есть карантин. Люди также звонят, спрашивают, кто-то хочет бронировать. Но сегодня мы приняли решение, что до 1 мая мы не бронируем. А единственное, что вы можете, и это нужно сделать, если вы все-таки хотите к нам сюда попасть, позвоните по номеру телефона в описании. И 1 мая я с каждым свяжусь, кто оставит заявку, потому что мы не берем сейчас ни предоплат, ни бронируем, ни резервируем номера, но мы с удовольствием свяжемся с вами, как только мы откроем бронирование вновь. Ну а сейчас мы давайте вместе с вами зайдем на нашу кухню. Я же говорила, что здесь будет домашняя кухня для наших отдыхающих. И сейчас девчонки делают заготовки. Друзья, ну а чтобы вы не сомневались в качестве нашего общественного питания в гостевом доме, я возьму интервью у нашего технолога гостевого дома Мур-ля-Мур. Здравствуйте. По указу президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича, мы, как и вся страна, находимся в режиме самоизоляции. Но, тем не менее, продолжаем свою деятельность. В данный период времени мы занимаемся заготовками продукции. Всю продукцию мы закупаем у кубанских производителей, которая выращена под нашим щедрым южным солнцем. Вся продукция сертифицирована. Хотелось также обратить ваше внимание на современное оснащение. Это итальянская печь для выпечки продукции, мировой производитель. Это пончиковая и фритюр. Все это будет подключено. И плюс еще хотел обратить наше внимание, что наша кухня открыта, то есть вы будете видеть весь режим приготовления продукции. Касаемо предлагаемого нами ассортимента, то мы возрождаем славянскую кухню. Акцент делаем на качестве и высокой биологической ценности наших блюд. Рецептура соответствует ГОСТам Советского Союза, что, к сожалению, в наше время тяжелое либеральное забыто. Хотелось бы сказать, мы рады видеть вас на курортах Краснодарского края под нашим щедрым южным солнцем, особенно в стенах нашего уютного гостевого дома Мур-ля-Мур. Давайте вместе будем поднимать наш курорт. Спасибо. Поэтому, друзья, если хотите резервировать бесплатно, это делается просто, оставляете заявочку, и обязательно я с вами свяжусь с 1 мая, когда откроется вновь бронирование. Поэтому запаситесь терпением и, кому действительно нужно, обращайтесь. Ну а с вами была Светлана из гостевого дома Мур-ля-Мур. Всем пока-пока.